извиняюсь. На самом деле, если бы мне было холодно так, может, еще качество сигарет ухудшилось, это чувствуется. Про цены я вообще не буду больше говорить. Должно быть рандомно, понятно, даже молча, что они растут в прогрессии. Когда человек меня унижает, я никогда не умею ответить правильно. Там человек просто... Например, вот Максос. Он просто ни за что на меня накинулся, при том, что я его отцу картину подарил, там, когда еще давно был у него в гостях на день рождения. Он просто ни за что накинулся. Я пытался понять, почему он меня так ненавидит. Да он просто быдлан, просто человек, я не знаю, есть такая тема, что слышал я, но я не знаю, не разбираюсь в этом, что типа если человек унижали в детстве, то он будет всегда вот так вот относиться с высокомерием и унижением, унижать других, всегда так, когда можно это и не делать. Но я не уверен в этой теории, потому что у меня вроде хреново было все в детстве. Я наоборот пытаюсь, знаешь, теперь конфликт любой, унижение, там троллинг в шутку свести. И этому меня, кстати, жизнь научила. Не только потому, что меня там избивали, типа, или что. Хотя есть просто, допустим, если психопат, социопат, то он просто не поймет даже шутки твои. Ну, не знаю. Типа как робот. Просто, короче, в шутку сводишь любой конфликт. Там, например, выбегает голый мужик, там моя девушка в 2016 в августе сидит забитая. Надо было сказать, надо было тоже с ней раздеться, сказать, поборемся, вместо того, чтобы там что-то ругаться. Вот я бы так сделал, если бы... Я бы в шутку, короче, свел любой конфликт. Мне вообще не нравится там ругаться, конфликтовать, что-то там. Мне как-то больше я создан, чтобы созидать. Может, этот чел хочет сексуальной связи со мной, но... Видишь, я гетеронормативен, хотя у меня был рыжий сосун в школе, блядь, когда я учился. Я не мог никому рассказать, я был аутистом. Он сосал у меня. Рыжий сосун там был. Но это не делает меня геем каким-то. То есть это никак не повлияло на меня в плане ориентации. То есть вот эта тема, я считаю, что ты рождаешься. Либо рождаешься таким, либо нет. Я учился в школе, где столько гомосексуалистов было и бисексуалов за рекордное число. И они там глумились. Ну как, они веселые сами по себе, по натуре. Постоянно там подшучивают что-то такое. И это никак не повлияло на мое... Я не стал ни гомофобом, ни геем, там, не знаю. Да просто, короче... Бог проверяет меня, подсылает вот этих людей, которые меня унижают финансово или как человека, ну как вот словесно, там вот всякими способами, троллингом этим, словесно там. Я вышел из этой ситуации как человек, а не как животное. Я просто в шутку свел, никакой токсичности не стал унижать в ответ. Не стал там ничего
агрессировать в ответ, просто забил, шутку свел и забил. А просто я не знаю, никакой мой ответ не понравится человеку, который меня презирает, там ненавидит, хочет чуть-чуть унизить, чтобы я не написал там или не сказал. Так, наверное, такие люди только силу понимают, но я не сторонник применения силы вообще. Да и к тому же, еще раз повторяю, ну, унижать меня, больного человека, который тревогой, шизоаффективным расстройством и панические атаки там, и депрессия серьезная, и, что немаловажно, обсессивный синдром, то есть зацикленное, зацикливаюсь на чем-то, на какой-то проблеме. Когда любой человек просто забьет, посмеется и идет дальше. Вот у меня вот так. И издеваться надо мной, но это как-то по-варварски, как-то не по-человечески, что ли. Может быть, все эти события, которые ужасные совершаются, происходят сейчас из-за того, что у нас не развилось вот этой гуманности. Вот этот поэт. Да, варвары мы, да, скифы мы с жадными, жаркими раскосыми глазами. Ну и к чему это привело, вот то, что он вот этот стих написал? К чему это привело? К гражданской войне в 1918-20-м. К ужасам, да, там вообще полным. Если бы он призывал людей к доброте, к гуманности, цивилизованности, то, может быть, этого всего не произошло, но, видишь, таких людей мало и нету. А он, наоборот, видишь, как гордился. Да, скифы мы, да, варвары мы, да, да, мы крутые, типа. Ага, крутые. Себя столько людей там перемочили в гражданской войне, блин. В 20 веке, в начале. Столько какой ужас. А сейчас что происходит? И это только начало. Может, если бы все были, не все, но хотя бы подавляющее число людей было гуманными. Без этого, из-за злобы. Знаешь, просто у нас вот этот чел, он, например, гордится тем, что он злой. А еще, кстати, вот эта блогерка, которую Хик мне скидывал, она тоже говорила там: «Я такая злюка! Я такая злюка!» Это вот какая-то вот ментальная объединяющая черта, менталитет такой, что ли. Гордиться тем, что ты злюка. Ну и как, в каком мире ты теперь живешь? Мы могли бы жить в мире, где просто процветание невероятное и все возможности. Без злобы, без жестокости. Извините, что так топорно доношу свою мысль. Я просто... У меня грусть в душе. Душа изорвана на части моя. Я работаю уже больше года дворником. Это хорошо. Такие физические нагрузки. Спасибо тем, кто с добром ко мне относится, кто пишет добрые комментарии, лайки ставит, подписывается. Кто с добром именно, а не чтобы там поиздеваться. Я даже некоторые скриню комментарии добрые. Иногда. Но я их не просматриваю, типа, я не нарцисс, который вот так вот все просматривает. Все добрые комментарии каждое утро там за чашечкой кофе. Нет, меня это наоборот смущает.
Я просто думаю, нифига себе, какой добрый человек написал. Это, короче, такая же уровень человечности, как унижать Льва Николаевича Мышкина, который все понимает, но не станет отвечать или как-то в ответ, или сведет в шутку. Не знаю, как объяснить. Что мы пожинаем теперь? Я считаю, что есть связь с тем, что меня отравили на 2Ч в 2016 в январе конкретно, и никто не вступился за меня, что это показатель варварства общества, отсутствия людей, которые могли бы представлять из себя что-то такое светлое. Если бы они сказали, например, там: чувак, зачем ты травишь художника, который ничего не сделал плохого, просто пытался стену с мелками красиво сделать, на него накинулась эта Федорова. Мы не будем как бы поддерживать твой злой умысел. Мы цивилизованные, нормальные люди. Не злобные, мы не злюки, не злобные. Я не злюка. Как это говорила, блядь, Анна Консервы. Она говорила: я такая злюка. Я бы не советовал тебе Хиггса на Консерву связываться, потому что она тебя ножом как хуйнет, блядь. Просто так, знаешь, что-то ей не понравится. Ладно, короче. Желаю, чтобы мы жили в цивилизованном, счастливом мире человечности. И добра вам, и с наступающим.